Она называется «Превышение должностных полномочий», 329-я статья. Это политическая статья, это не статья Уголовного кодекса. Это политическая дубинка в руках прокуратуры для издевательства над органами местной, а в первую очередь местными органами власти. В результате действия этой статьи сотни человеческих судеб искалечены. И притом искалечены судьбы активных примаров, которые много работали, много делали, много позитива приносили. И до сегодняшнего дня уже более 10 лет ходят по судам и никак не могут освободиться от этих дел по 329 статье. Давайте подготовьте предложение, надо ее убрать вообще с Уголовного кодекса, эту политическую дубинку из рук прокуратуры надо убрать. В виде законодательной инициативы подготовим, направим в Народное собрание, и пусть Народное собрание рассматривает нашу инициативу и обращается в парламент Республики Молдова.